Здравствуйте, с вами Анна и компания «Электромотор», ваш надежный друг и помощник в мире техники. Представляем вашему вниманию генератор от германского производителя Шепах, модель CG2500. Это самый компактный представитель своего класса. Он идеально подойдет для питания бытовой техники небольшой мощности. Наличие такого генератора на даче, дома или во время отдыха на природе обеспечит вам комфортное времяпрепровождение. Его мощность 2,2 кВт, что достаточно для электроснабжения осветительных приборов, холодильника, нагревательного котла или насосной станции. За качество генератора отвечает его сердце, то есть двигатель. Компания Шепах выбирает именно двигатели своего производства, то есть это Германия. Эти двигатели сертифицированы на 300 часов непрерывной работы в стрессовых ситуациях. А еще они являются лидерами на рынке. Генераторы Шепах обладают высоким качеством питания, а значит, они не повредят те приборы, которые очень чувствительны к перепадам. Генератор имеет 4-тактный двигатель, также низкое потребление топлива, то есть он работает 13 часов без дозаправки. Оснащен вольтметром, индикатором уровня топлива, защитой от низкого уровня масла в картере и перегрузки двигателя. Компактность, мощность и маленький вес – это главные, пожалуй, характеристики этой модели. Если она вам понравилась, тогда обязательно звоните по номеру 53038, и наши девушки-менеджеры обязательно ответят на все ваши вопросы. До встречи!